Мне надо учиться с нее стрелять. Я научился, сейчас меня хватит. Один, еще один на Б прошел. Предлагаю окружить Б. Один из него. Да Б. Это настолько хуёвая идея, что она не может не сработать. Там один, походу, на Б. Только это один в меду с калашом вроде бы. Не, бомба на. Один в меду, с ёмпиком. Ёма, двое идут сити. У одного 40 хп. Олег, шорт. Ёма, Олег, АПК. Ой, Олег. Он обосрался. Ха. Я помню то, что такая попытка не сработала в следующей карте. В следующей стороне. Либо они уже прокурены. Короче, я на Б. Я на Б тут. Стараюсь хотя бы минус 2 сделать. Если будет бы. Постараюсь. Вообще хули постараюсь, не, блядь, не, я должен... Не, наверное, на миду останусь. Если что, хорошо, ставлю. Я в соло, в соло, в соло. Вон, нет. Б. Б. Да, Б, кстати. Ах, хуёво. Минус 18. Там один вроде на... У меня там это, дефюз киты за ящиком. Сзади! Хочешь жить, умей вертеться. Не получилось. Покупать леди... Ясно. Бен, ты фонишь, что ли? Я фоню? Ты фанишься. Я фонюся. Один шорт, сучка. Дрянь. А у меня микрофон фонит? Да я играю со всеми. Я играю со всеми, так что я... Вот, ну, подписчики, кто смотрит, всеми играю. Серьезно. Так что я играю со всеми, мне без разницы. С подписчиком, без подписчиков. Так что я играю со всеми. Я еще не до такой степени зазнавшийся, чтоб играть только с подписчиками. Играю со всеми. Давайте выиграем, мне на трыч надо. Лучше знаете, что сделать? Заходите на... Лучше это, заходите на Twitch и делайте клипы мне, чтобы я был известный.
Да ё... Два хита. Два хита. Еще один. Еще один мид. Мид. Еще один мид. Или шорт, я не знаю. О господи, да что происходит? Возьмите тайм-аут, пожалуйста, по царике. Сейчас я поменяю прицел и вернусь, окей? Нет. Чего? Шо нет? Кстати, люди, как сделать не, ну, не самую жирную, так, на ВП? Ты никак не сделаешь. Тебе надо только разрешение поменять, и тогда он будет жирным. И? Лол. А где нижняя? На шорт. Один шорт. О господи, камбэчит, страшно. Да ну. Попробую выйти на бокс, но не факт, что это получится. Да там два дропа лежит. Я не... Блин, поменял разрешение, убивать начал. Собирайте друг... Братан, знаешь, что сейчас будет? На. Шептуна опустил, говорит. Слышал, как шептуна опустил. Погнали карательные отряды. Я подкружил АВП, кому-то надо. Это Б. Смог шорт. Оп, да ну что это за прикол? Ну как это? Один лонг. Так. А ну если так попробовать. Чисто. Так. Разрешение не меняется, мне кажется, вообще. Только именно все уже и уже становится. Она. А, ты хочешь. Нет, я имею в виду 1-1.
Да, иногда хожу, иногда, ну, когда зовут, конечно. Может, хрен его знает. Короче, я иду убивать. А чё мы столько много 3B? О, я успешно убил одного. Ой-ой-ой. Петровичу беда. Мид один. Один мид, пацаны, один мид. Так, ладно, поменяю, то... А то на стриме будет очень плохо видно, все. Не знаю, я ММ играю чисто так, ты понял? Поиграю, чтоб звание получить, ну и повеселиться там, пообщаться с людьми, короче. Вот такое. Поэтому я катаю ММ. Вот почему. А так, матчмейкинг это чисто поради с теми с тиммейтов. Титаник, Титаник, Тританик. Не беги, не беги, не беги. Бегит, он бегет. АВП. Ну давай, давай. Лол, когда он на тебя уже начал бежать, тогда ты кричишь, сейчас дам ему в жбан. Ну да, он знает. Так, стой, он знал, что там один тип, именно слева, а про право он даже не забыл, наверное. Да. Та ядрёна, вошь, один. Один мид. Господи, да как я его не убил? Ну что происходит вообще? Короче, я не знаю, что вообще делать. Просто я не убиваю людей. Ну, как жить теперь? Как? Объясните, ребята, как не убивать? Просто. Как убивать людей, если ты нуб? Надо прочитать пособие. Как убивать людей, если ты нуб? Хоккей. Давай. Вылезет. Сейчас мы не проверим, но вроде бы он не пробовал. Топ мид мид нижняя. Один шорт. Один шорт, один нижний, один топ мид. Шорт был один. Нижняя, нижняя, вышел мид один. Хорош. Last one. One tap, нет, я шорт. Я, короче, играю столько в CS и впервые слышу, что такое one tap. А, ясно. Типа такой пим. Это типа убить вот так вот, допустим, сейчас я Олега убью с одной пули в голову, и это вон там, да? А рандом не поможет. Сейчас буду вон тапить.